Те, кто находится на карантине по коронавирусу, могут оформить электронный больничный, не выходя из дома. Опубликовано соответствующее постановление правительства России. Подать заявление можно через сайты Федерального фонда социального страхования и его регионального отделения. Адреса на ваших экранах. Необходимо приложить следующие документы. Сканы страниц загранпаспорта с фотографией и с отметками о пересечении российской границы, проездные билеты. Если ваши близкие тоже на карантине, потребуются также документы, подтверждающие совместное проживание. Первую выплату должны начислить не позднее, чем через 7 дней, вторую – после закрытия больничного. Такой системой могут воспользоваться только работающие застрахованные граждане, которые вернулись из-за границы, а также люди, живущие вместе с ними. Более подробно о дистанционном способе оформления листка нетрудоспособности расскажут специалисты в пресс-центре телерадиокомпании «Губерния». Смотрите прямую трансляцию сегодня в 14:00 в нашем официальном аккаунте ВКонтакте.